Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Спайдер Степ. На сегодня мы будем... Вот в прошлом видео мы открывали стандофф кейсы, вот. А сегодня мы будем открывать... Что? Правильно. Counter-Strike Global Offensive. Кейсы. Давайте, я думаю, начнем с какого-нибудь такого... Вот, в принципе, можете сам посмотреть. Глянуть на мой инвентарь, да, то есть... Фигня. Ну что ж, давайте начнем, я думаю, с какого-нибудь диамант кейса, думаю, за 14-10. С него, в принципе, окупы нормальные, типа. Ну, 3% на драгонлоре. Давай откроем. Посмотрим. То есть потратить сильно я не хочу. Обидка. Обидка ножик. Второй кейс почти на фото. Три кейса, я думаю, откроем. То есть... Это вот падает из этих блоков. И третий кейс, это... Это хорошо. 250, я даже конформу. Это было бы хорошо. Так, давай откроем перчаточный кейс. Подождем, когда будет. Нам падают перчаточки. И что это? Эмки, АБП и перчатки. Так, почему так вставляю, интересно? Ну, я не знаю. Из перчатного кейса может посыпаться на самом деле. Я вообще купить все вот эти наши старания. Амаха! Ну, все, ребят, давайте. Сейчас последний кейс, и мы уходим на другой кейс, потому что там перчатки все полетели. Ну ладно, давайте еще один кейс. Хочешь перчаточки выбить себе? Так что перчатки пролетают и нам выпадают. Ну я понял. Давай. Какой еще? Посейдон кейс какой-то есть. 0,1% на драгонлоре. Ну да. Вот они рулеточку, как говорится. Но! Ребята, нож 429. Офигеть. Офигеть, это, ребята, ножик, это M9 Bayonet Marble Fate или мраморный градиент. Я его продам, пожалуй. Давайте откроем Diamond Case, всё-таки хочется он крутой выбить, если не только глокиенки выбивать нам. И, видимо, нет, ну, сами посидите, не стоит такой, я хочу получше дропик-то. А в кейсе это вообще что-то другое падает? Ну, просто интересно. Видимо, нет. Это меня готовит Окей, снова это падает. Я сохраняю, ухожу. Давайте откроем... хрома кейс, они бесплатные здесь. И сейчас такой ножик. Маг десяточка. Не покроется. Ну, конечно, не все это дело. А давай ножик. Смотри, кстати, смотри. Давай ножик. Скоро 20. Последний такой open case. Ничего не падает. Окей, уходим. Ой! Случайно. Получилось. Уходим. Не нужно нам это все. А что тут делать? Daily free. А что такое? Окей, неважно. Так. Я предлагаю открыть Fate Hunter. Здесь, в принципе... здесь гарантированный, как, градиент, нож, типа. Даже вот какой-то керамбит, Marble Fate, странный. Ну, давайте купим. Нам падает... Не покрыл. Ну, дорогой. Не покрыл, к сожалению. Хочу перчатки. Вот
Просто хочу перчатки. Тебе не отка. Ой, как много эмок. Таких одинаковых плохих эмок. Так, продолжим. М4-1. А как бы перчатки? Перчатки были бы получше. Там были перчик. Там были перчик. Ну-ка, потише. Что такое с этими перчатками? Не падают, а пролетают. Я задолбался. Этот кейс меня просто банкротит. Я, конечно, хочу перчатки, но так сильно. Так, давайте. Какой кейс меня часто окупает? Прям очень часто. Бесплатный кейс, наверное. Так. Часто меня окупает демон кейс. Типа, потому что с него падает такой дроп. Вот на запись что-то кулаки одни падают. Медуза. Мы друзья. Ты посмотри. 741. Да что такая дорогая? А ну-ка иди ко мне коллекцию. М4-1 скнай. Баттерфляй кнай. Что-то ножи не падают в последнее время. С этого кейса. И только я сказала сразу. Просто глок и между ним два ножа. Ну, естественно, да, конечно. Естественно, глок не падает. М4-1 скнай. Последний демон, потому что он очень дорогой. И вот что-то не окупает. Сейчас тоже не купил. Ладно, вот еще один последний. Точно последний. Это все равно не окуп, но баттерфляй есть, я сохраню. Баттерфляй. Ножик. Я уже... Какой? Что это у меня за зоник такой? Не знаю, как посмотри. Это сильно. 4. Я вот такой вот так вот долго открываю кейс. Сильвер 4 стал. По-быстрому вы не видите этот кейс просто. Ну, вот типа, да, ну как бы. А там пролетели все, что нужно. Один АВП кейс, один АК кейс, один М4А кейс и перчаточный кейс, смотрите. Так, АВП не купает. МК. Не купает. А хотя нет, окупает, она вообще дешевый кейс. АК. АК тоже дорогой кейс, поэтому с него должно высыпать. На окоп, окей, нормуль. И что еще там хотел? А, все, и перчаточные кейсы. А Махар там. Я до сих пор не могу отойти от перчаток, поэтому, да. Поэтому можете лайкнуть сейчас ролик, потому что мне выпали перчатки, шилы. Реально шилы перчатки.
блин. Они тут выпадают шансы меньше 1%. То есть вы понимаете? Это жесть, клетка. Офигеть. Перчик. Ах, как полетает много перчик. Ну, то, что нужно, выпадает совсем. Как в этот картеч. Успеет. Нью-нью-ар. Ладно, ребят, если вам просто идет, то почему бы не поставить лайк и не поставить. На паузу вас был Спайдер. Черт возьми, Стефан. Всем удачи, всем пока. И до скоро, как говорится. Почти не там. До скоро. Как говорится, я уже говорила вам. Ничего себе!